Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, давненько у нас не было казино, поэтому сегодня мы пойдем и испытаем нашу удачу. Да, конечно, у меня есть побочки, 55 миллионов, но хочется немножко подняться еще и, возможно, себе что-нибудь купить интересное, потому что как-то скучно мне стало играть, и хочется что-то купить реально классное. Возможно, какие-то крутые фублаты, либо какой-то домик, хотя он мне нахрен не нужен. Хотелось бы, на самом деле, бизнес купить, потому что последний раз я владел бизнесом на родине очень давно, и то он меня слетел по ГОСу. Сейчас быстренько доедем, поехали. Играем на 5 миллионов. Я хочу поднять хотя бы 5 лямов. В принципе, мне этого будет достаточно. Время у нас сейчас почти 2 часа дня. Воскресенье. Ну и онлайн, в принципе, довольно-таки нормальный. Поэтому люди там должны быть. Я не знаю, пацаны, надо будет в кости, наверное, поиграть. Надеюсь, у нас что-то нормальное получится. Потому что в казике давно не ходил. Конечно, после глобалки я ходил в казино и не раз поднимался, хочу заметить. Но раз на раз не приходится. Ладно, давайте 10 лямов обменяем. А, нет, это лям, да? Давайте десятку сразу просто обменяю. И пойдем играть в казино. Бля, я надеюсь, я все бабки свои не проебу, потому что не хотелось бы. Давайте на 5000 вдвоем создадим, разыграемся немножко, посмотрим вообще, что там выпадает. Так, 6,6 выпадает. Ну, 500 тысяч я уже, в принципе, выиграл. Это хорошо. Давайте еще раз на 5000 вдвоем. Будем не сильно так ставочки повышать, пока что по 500 тысяч, а потом, если будет хорошая возможность, сыграем на лям, либо на 2 ляма. Так, 6,1 у меня выпадает, у него выпадает 1,5. Все, я победил. Плюс лям, пацаны. Еще раз на 5000 сыграем. Что-то мне кажется, по-любому должны быть сливы. Это 100% должны быть сливы. Поэтому сейчас по 5000 играем, чтобы как бы в минус особо не уходить. Потом можно будет жахнуть, допустим, на 10 тысяч фишек. Просто, ну, я казино не особо, конечно, люблю, но все ради вас, все ради контента, как бы. Да, я проиграл. Угу. Вот и теперь начались сливы. 10 тысяч фишек — это лям, если что. 6,1, и у него выпадает 5,5. Я вас понял. Я в видос пошел уже. Давайте, ладно, еще на десятку сыграем вдвоем. О, я, конечно, думал, нам будет больше везти сегодня. Но что-то сегодня какие-то сливы у нас идут. 2,4, да, выпадает. Хотя бы ничья. Ой, чувствую, я сейчас все свои бабки проебу. 2,4. Ну да, все. Опа, плюс лям 500. Хорошо, хорошо. Так, это получается, я обратно лям вернул себе. Ну, то есть я в плюсе на лям всего лишь. Не, ну на 15 фишек я, конечно, сильно рисканул, так, на самом-то деле. 4,4. Не, я проебал, походу, да? О, я даже не знаю, пацаны, серьезно. Как-то что-то мне не нравится эта игра. Как-то что-то непонятно. То плюс, то минус. Я вас понял, короче, сколько у меня фишек осталось? 119 тысяч фишек, да, у меня осталось? Хотя давайте посмотрим заявочки. 15 тысяч втроем, да? 1,1. 1,6. 1,1. Ебать, это как просто? Это как? Вы видели просто? Это пиздец. Так, 15 тысяч вдвоем. Хорошо, давай. 1,4. У меня выпадает 6,3. Отлично. 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 Так, посмотреть заявки. 3000. Не, это по мелочи. Надо смотреть это на заявки большие где. Ну, давайте на 5000 сыграем. Посмотрим, что оно даст мне. 2,5, да? 3,3. А, я выиграл. Отлично. Отлично, плюс 500 тысяч. Так, создать заявку. Давайте на десяточку попробуем. Жахнуть на лямчик. Да, я выиграл лям. Так, подождите, я что-то запутался. Сколько у меня денег сейчас? У меня, по идее, сейчас 13 миллионов в фишках лежит. 13 миллионов, да? Ладно, давайте еще поднимемся, я думаю, немного. И можно будет отсюда, в принципе, уходить. Так, давайте 10 тысяч вдвоем создам еще раз. Возможно, мне повезет. 3,6. И у него выпадает 6,4. Сука, минус лямчик. Окей, хорошо. Повышаем ставочку до 15 тысяч. 15 тысяч фишек, да? 3,4, я проебал. 4,2. Я победил, отлично. Отлично. Так, но я все равно еще не в большом плюсе. Давайте тогда еще раз играем на 15 тысяч фишек. 2,5, 5,3. Сука. Да ебаный рот. Еще раз на 15 тысяч фишек. Что-то мне не везет нихера. 5,4, 1,3. Так, отбил, отбил. Мне еще один раз завинить на 15 тысяч фишек, и в принципе все, можно съебывать. Реально, можно будет съебывать. 5,6. Не, ну тут я по-любому должен завинить. Все, заебись, сколько у меня фишек. Все, можно, пацаны, уебывать, в принципе. Все, я 5 лямов поднял, как и хотел. Поэтому можно, в принципе, уходить. Ну, ставочки, пацаны, согласитесь, были очень плотненькие такие. 59 миллионов 600. Ну, просто в комиссию еще ушло дохуя денег. Ну, у меня было сколько? 55, по-моему, да?
Ну да, 5 лямов я, в принципе, поднял. Я думаю, этого мне с головой хватит, как бы. Я хотел поднять 5 лямов, я почти поднял 5 лямов, если бы не комиссия. Ну а так, у меня ровно 5 лямов вышло, по идее. Ну я, как бы, доволен игрой, пацаны. Надеюсь, как бы, вам видосик понравился. Были жесткие ставки, просто по 15 тысяч фишек хуярил. Я надеюсь, то, что вам такой контент нравится, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.